Имя Земля находится под властью царя зверей, разумного облака или иного руководящего органа, который отказывается или не способен прислушаться голосу рассудка. Эй, у тебя получилось! На той подставке должно быть портальное устройство. Но я его не вижу. Может, оно упало? Не хочешь сходить и посмотреть? Хорошо. Я вскрою дверь, чтобы мы могли пройти. Окей, я начинаю вскрывать. А, мы же не знаем, зачем эта кнопка. О, дверь открылась, пойдем посмотрим. Тут нам надо расстаться ненадолго. Прыгай! Хотя, если присмотреться, тут немалое расстояние. А, знаешь что? Давай прыгай. У тебя на ногах есть эти рессоры, но на руках рессор нет. Придется надеяться на просту. Кроме того... Ты в порядке? Ты меня слышишь? Эй! Ты знаешь, что я собираюсь делать? Я буду действовать из предположения, что ты жива, и буду ждать тебя впереди. Подожду один час, а потом вернусь, и если найду твое мертвое тело, похороню тебя. Правильно? Отлично. Мы команда! Увидимся через час. Надеюсь. Если ты не мертва. Почти уверен, что мы идем правильно. Почти уверен. Я почти уверен, что мы идем правильно. Просто хочу тебя подводить.
Окей, сюда. Нет, 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 не сюда. Нет, я уверен, что надо сюда. Я совершенно уверен, что нам сюда. Попробуем в эту сторону. Так, подожди, подожди. Возможно, я недостаточно хорошо продумал следующий этап.